Всем привет! Всем привет! И сегодня мы открываем такую снайперскую пушку. Вау, гигантская снайперская пушка, ружье. Лучше перебраться на пол. Вау, устал держать, она здоровенная, тяжеленная. Тут это снайперское ружье. Так, что у нас тут есть? У меня в первый раз есть такие, которые не... С магазином, да? Да. Слушай... Еще есть тут такая подставка. Вот как это все выглядит? Да. Немедленно, мы вчера ходили в магазин, еле дотащили это домой. Все так на нас смотрели, как будто мы какие-то спецагенты с пушкой идем, да? Да. Валентин таскался вчера, давай. Тут непростые патроны. Мы их рассмотрим. Тут патроны с точностью. Ага. Они специально так сделаны, чтобы было больше точности. Чтобы лететь прям по прямой, да? Да. Ну еще я так понимаю, что это акустрайк. Это, наверное, еще не звук должны делать, как пуля такая. Ну мы сейчас все распаковываем и посмотрим. Посмотрим. А что, еще сзади что-то есть? Тут нарисовано интересное, что мы не увидим. А ну. Вот, к примеру, тут есть специальная такая кнопка. То, что открывает. Открывает прицел. Ёлки-палки, тут прицел. Смотри, тут магазин можно будет запасной вставить сюда. Два магазина. Один, один здесь, другой сзади в прикладе. Вот эта штука, ножки. Как я говорил, ножки. Ну все, снайпер. Слушай. Снайпер супер элит. Еще тут как в настоящем ружье, то что от локоть упираться. И в локоть, и в плечо, чтобы все, короче, по-настоящему. Все, идем испытывать. Будем сначала стрелять по мишени, на точность испытывать или по солдатикам? По солдатикам. Устраиваем сразу бои по солдатикам. Ага. Солдатиков у нас много. Погнали в нашу большую комнату, где у нас там есть... Я уже там все приготовила, почти все. Так, что надо сделать? Надо нажать кнопочку, оттащить рычаг затвор назад, чтобы вытащить замок. Открыть, да, и тогда мы сможем вытащить магазин. Потом мы магазин зарядим нашими пульками и вставим его опять. Вот магазин у нас вот так вот выглядит. На, ты пока показывай, как ты заряжаешь магазин. Берем магазин, вот там нарисовано, тут специально есть стрелочка. Куда пуля идет? Нарисована стрелочка, куда надо вставлять наконечник пулю. И как настоящий автомат, магазин заряжается. И тут всего можно поставить 6 патронов. 6 патронов влезает в наш карабиновый магазин. Да. Снайперский, да? Заряжай. 6. Есть готовый магазин у нас. Снарядили мы магазин. Теперь надо вытащить этот. Давай, показывай. Вот тут вот есть кнопочка. Такая малюхонькая, крохотная кнопочка. Ее надо нажать, потом оттащить затвор назад. Потом вот тут вот там, где курок, нажать впереди кнопочку. И тогда вытаскивается магазин. Ха! Вроде бы кажется немножко все сложновато, но это только первый раз. Теперь берем тот магазин, который у нас уже заполненный. Отводим затвор назад. Как бы заряжаем, да? Ну давай, заряжай. Назад. Да нет, тут просто заклинивочек. А ну попробуй тянуть. Назад. Надо нажать кнопочку. О. А, сейчас. О, видишь? Теперь тащи назад. Отпусти кнопку, не надо сначала держать. Сначала надо просто оттащить назад. Есть, теперь вставить магазин. Кнопочку надо нажимать только когда ты хочешь вытащить. Так просто. Вот. Зарядил вот этими, наконечниками. Вперед. Есть, все, защелкнул. Да, теперь... И он уже готов к стрельбе. Так, Валентин у нас на боевой позиции. Да. Все как настоящие снайперы. Матрас. Какая-то непонятная баррикада тут у нас. Что тут? Засада, да? Валентин готовится, заряжает свое оружие. Так, а ну-ка. Вау, слушай, с этими ножками, с упортом. Давай, теперь с прицелом, оптический прицел.
Ну, он такой детский, не настоящий оптический прицел. Вау! Слушай, вот это прицельно стреляет! Я в засаде. Валентин в засаде. Мы ему сделали такую засаду импровизированную, да? Да. Скрытное место его. Да, еще тут можно сзади ложить. Можно запасной магазин собрать, да, засунуть его так в приклад, чтобы и уже готовый к бою был. Зарядить синие патроны обычные. Да, мы взяли обычные наши синие элитные патроны из коллекции элит. Это же тоже элит у нас, поэтому они тоже их можно использовать. Но теперь самое интересное. Валентин из засады будет делать стрельбу, охоту на наших солдатов Звездных войн. У нас тут тоже есть снайпер, который с Валентином будет сражаться. Конечно же, Дарт Вейдер, лидер. Робот. Капитан Плазма. Или, а, вот Капитан Плазма. Тот робот-штурмовик я не помню. И самый обычный, самый низший белый штурмовик. Вот у нас такая банда здесь. И мы все... А вон там Валентин в засаде. И сейчас он начинает стрелять. Готов? Ну давай, начинается наша битва. Снайпер работает. Мы такое играем, как будто бы они не знают, что мы здесь, да? Они там охраняют чего-то, свои игрушки. А Валентин снайпер. Вам промахнуться. Хотел бы дать тебе это. А ты сразу хочешь лидера подстрелить. Ой, так, ну, нужно сначала вот эту ножки нормально настроить. Вау, вот это стильно. Что-то у меня не получается. Ха-ха, патронов больше нету. Валентин, в засаде. Я вот тут вот рискую. Я очень рискую. Я прямо тут от нашего снайпера. Почти усовершенствовали засаду. И вот Валентин в засаде. А, конечно. О, вот это снайпер настоящий. Почти попал. Вау, он так сильно бьет. Почти, почти. Бум! Слышно, как стреляет? Все. Ха-ха, патроны закончились. Будем заряжать. Будем заряжать. И вон они наши стоят, враги. Я надеюсь, что они еще не услышали, что мы в них так стреляем. Валентин решил поступить очень хитро. Вместо того, чтобы бегать за патронами туда, собирать... Он притащил целую коробку сюда к себе других патронов и теперь только в засаде сидит, заряжает, стреляет, заряжает, стреляет. А тут патронов, ой-ой-ой, очень много. Ну все, засада у нас подготовленная на долгое время. Раз, один зарядил, другой. Может сразу-то второй зарядишь магазин? Или отстреливаем? Нет, заряжаем, покажи, как, я покажу, как заряжается. Уже все как по-настоящему. Круто. Попал! Попал! Он даже двигается еще чуть-чуть. Слушай, они крепко стоят на ногах, солдатики наши. Ну-ка. Целишься в робота?
Был еще один патрон. Все. Так, стреляем. Вау, попало, он даже не пошевелился. Чуть-чуть только. Вау, слушай, он бронированный, действительно солдат клонов. Yes! Наконец-то попали! Снайпер следующего. Вот. Какой у нас? Он еще не упал. Ну. Теперь вот этого. Вот. Есть! Ну ты снайпер. Теперь буду Дартом Вейдером убивать. Первый есть. Второй есть. Есть! Я смог Дарта Вейдера. Теперь будем трупер. И давай снайпера застреливаем. Попал. Есть! Вот такой. Вот оно, поле боя. Наши все солдаты побеждены. Мы победили! Ура! Почти. Почти. Остался слушай. Один снайпер. Вот такой вот у нас Валентин снайпер. Нам понравилось. Очень классное ружьишко. Снайперское. Прямо обалденное. Да, за 40 евро. За 40 евро? Вот такая вот пушка, в которой можно стрелять, играться, устраивать засады, ну и вообще по-всякому развлекаться. Всем спасибо за просмотр. Пишите в комментариях, если у вас есть другие из этой серии, да, из нерфов, другие пистолеты, пушки, автоматы. Лайки. Подписывайтесь. И пока! 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 Пока!